Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирляндия. Начинаем с лотереи. Посмотрим, улыбнется ли нам удача. Первый сундук 8000 монет. Открываем второй. И со второй попытки нам попались новые скины. Слушай, да мы с тобой теперь похожи на каких-то чертей, то ли демонов. Но все равно прикольно, мне нравится. Особенно сережка в ухе выглядит зачетно. Ну что, давай скорее начинать. Мне уже не терпится посмотреть, что тут да как. Так, а тут пока ничего интересненького. Поэтому пока пособираем просто монетки. Ну а вы, ребята, пока тем временем можете поставить лайк за наши труды. Ура, а вот и третья буковка в слове. Посмотрим, что же активировал этот луч. Подъемный механизм, который поможет воде забрать свой ключ. Но что самое главное, чтобы меня этот луч не поджарил. Все обошлось. Получилось круто. Ты главное стой на месте, я тебя подменю. А вот теперь нужно активировать кнопку. Как раз по дороге и ключ подобрал. Ура, ключик у меня! Теперь можно направляться к выходу. Казалось бы, вот рядом двери, но не все так просто. Придется по этим лабиринтам еще побродить. Давай огонь, теперь твоя очередь. Хорошо, что в игре прыгать с такой высоты не страшно. А я вот в жизни очень боюсь высоты. У меня прям ноги подкашиваются и дрожат. А ты вот огонь, я смотрю, очень смелый. Да, я очень люблю прыгать с парашютом. Ну, ты вообще герой. Итак, ребята, мы только что перешли на 31 уровень. Вот интересно, сколько в этой игре уровней? Ребята, кто играл и знает, напишите. Упс, и опять мы с тобой в какой-то западне. Не волнуйся, во всем разберемся и выберемся. Здорово, вижу какой-то рычажок. Ага, отлично, огонь, теперь и ты можешь забираться вверх. Ты знаешь, нас поставили каждого не с той стороны. Возле меня синяя дверь, возле тебя красная. Как всегда, что-то напутали, и нам приходится разгребать. А, огонь, мне там страшно, а ты видел? Есть лужа огненной лавы. Туда мне точно лучше не ходить. Ты в безопасности, а вот мне еще нужно забрать свой ключ. Да, в принципе, не все-таки страшно, как казалось. Вижу, у тебя все хорошо получилось, и этот уровень мы прошли быстро. И ух, еще плюс 700 монет. В следующий раз будем выбирать, какие еще новые скины нам откроются. Ведь монет достаточно на две попытки. А теперь будем думать, как отсюда выбираться, как решать эту задачу. Вижу, тут делать нечего, нужно идти в другую сторону. И, видимо, кирпичик этот тут не просто так. С помощью его мы вскарабкались наверх. И нажав на эту кнопку, мы задействовали платформу. И плюс подобрали еще одну букву. В общем, пока все удачно складывается. Давай, огонь, теперь ты потрудись. Практически все монеты ты уже собрала. Нет, не все. Кое-какие тебе еще остались. Так, ну что, я думаю, можно покататься. Так, ну запрыгнуть у меня получилось. А вот что делать дальше, пока непонятно. У меня ничего не выходит. Думаю, нам стоит поменяться местами. Ладно, давай попробуем, посмотрим, что из этого получится. Если честно, пока ничего не понятно. Короче, буду возвращаться назад.
Хорошо, жду тебя около кнопки. Да, к сожалению, с прыжками дела обстоят у меня не очень. Я думаю, та кнопка, которая находится возле моих дверей, она тоже для чего-то нужна. Да, скорее всего, без твоей помощи огонь мне никак не обойтись. Потому что туда запрыгнуть у меня никак не получается. А вот тебе как раз и ключик можно подобрать. За одно движение сделал два полезных дела. Так, ну все, пожелайте мне не пуха. Пошла пробовать. Надеюсь, на этот раз у меня получится запрыгнуть. О нет, только не это. А что, если попробовать тебе сойти с кнопки? Ну вот и все, кажется, проблема решена. Фух, пришлось немного понервничать. Жаль, вот только одну монетку пришлось оставить. Главное, что мы эти уровни прошли чисто, без потерь. Это точно. Так, ну что, немного вскупнемся. Я со своей стороны, а огонь со своей. Смотри-ка, вверху, кажется, работает вентиляция. Вот прикол. Это, наверное, для того, чтобы мы с тобой не задохнулись. Так, подожди, эту перегородку я сейчас тебе открою. И не спеши, сейчас я еще разочек нажму на кнопку. Потому что потом такое же действие придется выполнять и тебе. Неплохо. Вау, от этого потока воздуха можно полетать и взлететь на самый верх. И я также хочу. Жаль, с первого раза не получилось. Но со второй попытки все получилось отлично. Ну, почти отлично. Теперь только осталось мне подобрать ключик и найти выход. А на сегодня, ребята, это все. Наши приключения заканчиваются. Если вам было интересно, ставьте лайк и смотрите продолжение. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался, на каналы Страна Игрляндия и Игрляндия, где выходит много прикольных видео.